просто остановили, не знаю почему. Сейчас узнаю причину остановки. Здравствуйте, старшина. Здравствуйте. А причина остановки? Причина остановки. Российский номер, может быть, гость. А. Только из-за этого? А? Только из-за этого? Не знаю, надо посмотреть на вас. А если я гость, вы меня сейчас все сделаете со мной? Ну, просто проверить, талон имеется, не имеется. Чего? Какой талон? Ну, временная регистрация. А, временная регистрация? Да. Просто у нас сейчас, видите, карантин. Да вы что? И какие вам документы? Водительское удостоверение сперва. Там свидетельство о регистрации. Свидетельство о регистрации, понял? Питер. Маску одевайте, здесь Максим. Да я в машине, поэтому это, что-то нету желания, неудобно в ней вообще ходить, в этой маске. Вам удобно? Ну, видишь, это служба. Ну, так удобно, неудобно, да? Неудобно, надо одевать у нас, видите. Ну да, у вас работа такая, да. Погода. Ясно, ладно, давайте.